А ты за столом вылазишь? Добрый день. А вы еще не обедали? Только пообедали сейчас. Не надо. Давай ты нас посмотришь, потом пообедаешь. Я покушаю. Нет, сейчас пойдем-ка посмотрим дальше. Владимир, иди-ка сюда. Давай. Виктор, Никита, молись там. Смотри, как сделано. Тут полок не было, мы все сами наслали. А на холодильнике, смотри, сколько холодильников. Русская печь. Или русская печь и голландка. Это я делал. Ну, она, где мы-то? Хлеб пекут. Сейчас хлеб пекут. Хлеб. Это я бы не хотела. Да, только дело. Не надо, я уже делаю деньги. Не хочу я, чтобы меня фотографировали. Сюда. Посмотри. Вот это Саша. Ну вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 человек отдыхают. А кто тут? Девочки, мальчики? Девочки одни, мальчики в том доме. Тумбочки, смотри, как они. Это Володин дом. Володя хозяин. А вот смотри, у них тут как. Зеркало, глянь на само себя. Посмотри. Какое жесткое брожение. Крышка взлетит. А у нас такое однажды было. Стояла банка, а потом пух, крышка вылетает оттуда, пол банки. Вот так, взрыв. А вот столовая, где все готовят. Пожалуйста. А там отдельно, там уже там баня, но моемся в другом месте. Пойдем за стол. Все хорошо, слава Богу. Это холодильник. Морозильный камер купили еще. Владик, можно я к себе домой пойду? Подожди, Мария, по-моему, мы еще вино пойдем. Нет, мы не хотим. Я не хочу. Можно мы не пойду домой? Ой, кино. Можно я не пойду? Идем туда, мы не пойдем. Вот. Угостите хоть маленько там. Я сейчас угощу, матушка. Давай, с халвой там, хлеб свой. Посмотри, какой хлеб пекут. Хлеб какой пекут. Белый, надо серый кушать. Это как воздух. Фух. Посмотри. Ну все, слава Богу. Столы сделали, скамейки, все. А тут и продукты хранят. Чтобы мыши не поели. Давай маленько где-то посидите. Посидите, матушка, садитесь. Садитесь, матушка. Чай горячий есть, компот есть. Компотик горячий, кашонник, садись сюда. Садитесь, супчик есть. А тут смотри, на стенах у нас все написано. Перед очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Видите, какие? Иисус есть путь истинной жизни. А там, ну, смотри, иконы все, святые мужи веры, крест. А я с вами сяду, чай попьем. Хорошо, я покажу. Проводишь, я ушел. Провожу. Домой пойти. А зачем? Ну, проехать. А ты уже был там. В храме встречались, тут встречались, не надо уходить. А так привык, и будешь туда-сюда сновать. С ребятишками будь. Потому что мы за тебя отвечаем. А Никита-то где? Может, там у них разговоры все записывают. Да, и не хочет. Смельмешенькой будете? Легонький. Хорошо, сейчас поможем. Один поролончик больше. Хорошо. Так, наливай. Сейчас наливайте супчик у бабушки. О, смотри. Чай. Попала как раз к обеду. Сядь рядом, сиди. Хлебушка сейчас дам. Во славу Божию.
Ангела за трапезой, матушка. Ты можешь сейчас пойду, да, смотреть? Чашечки складывай, собирай, потом тарелочки. Наташа, Наташа. Потом положит, да? Иди смотри, там есть такое. Натя, ногу лучше смотреть. Пусть идет, но потом похоже. Ну иди. Иди, иди. Хорошо, спасибо, Христос. На славу Божию. Матушка Серафима, еще есть каша. Рисовая. Все, а с чаем печенье и халва. Компотик, да? Заканчиваю больше все. Вот, это чай. Или компотик вам лучше налить? Компотик. Лучше компотик, хорошо. Чисто. А ты меня фотографируешь? Не надо было фотографировать.